Доброго времени суток. Это видео хочу снять специально для своего коллеги. Он сейчас осваивает технологию выращивания экзотических грибов. Ну, одним из них это является королевская вешенка. Вот такой коротенький ролик. И сразу вот грибы показываю. Хочу озвучить, что вот с королевской вешенкой не нужно изобретать большого велосипеда там, или нового велосипеда. Вот наглядно здесь все видно. Вот то, что вы видите, она в принципе из боковых перфораций. Она очень похожа на обыкновенную вешенку. Но на самом деле это королевская вешенка со всеми ее свойствами, вкусовыми и другими. Конечно, того вида внешнего, как мы, ну кто знает, что такое еринги, кто видел их на прилавках, она немножко отличается из-за того, что она растет из боковых перфораций. Но результат, вот вам говорит сам за себя. Обычно такое бытует мнение, что ее нужно выращивать по стерильной технологии. Вот здесь сделано было без всяких стерильных технологий. Техника посадки та же самая, которая используется для посадки и выращивания вешенки обыкновенной или устричной. Вот мы сейчас делаем сбор урожая. Вот такие сростки получаются королевской вешенки по обычной технологии, как для вешенки. Я вот хотел сделать такой эксперимент, и он у меня довольно-таки удачно получился. Немножко я давно был здесь в камере, даже посуду взял что-то поменьше. Я как-то урожай ценил немножко таким скромнее, но на самом деле все довольно-таки красиво получилось. Ну, с королевской вешенкой можно делать такие вещи, когда экземпляры побольше можно снять. Экземпляры, те, которые еще подрастают, мы их пока оставим. Пусть себе подрастают. Вот. И озвучу то, что я всегда рекомендую. Боже, откуда она здесь выросла? Это из этой завязки она. Ничего себе, она там приросла. Что в любом деянии есть вопрос количественный, а есть вопрос качественный. Так вот, количественный вопрос — это быстрым и самым простейшим линейным способом, не усложняя себе жизни, начать что-нибудь выращивать, чтобы получить уверенность в том, что это все реально сделать. А уже вот качественный вопрос, если вы хотите каким-то своим там способом уникальным или еще как-то, то это уже нужно дорабатывать уже в процессе, когда достигнут качественный вопрос, то есть достигается это второй уже этап после того, когда достигнут вопрос количественный, то есть когда вы уже что-то выращиваете. Вот они, видите, они здесь в камере, ой, к сожалению, упал, они должны быть чистенькими. Вот что у нас получилось. В наглую сделана посадка на субстрате вешенки, то есть без никаких добавок, без никаких опилок. Вот они выращены просто на соломе. Но скажу вам, по качеству, по вкусовым своим качествам, королевская вешенка, она действительно королевская вешенка. Я считаю, что это второй гриб после белых. На вкус она имеет очень выраженный грибной вкус. Здесь нужно, видите, вовремя не выпустили. Те грибочки, не знаю, что с них и дальше будет. Но сейчас подрежем пленку. И можно будет... Они, в принципе, должны еще вырасти. Они уже будут деформированы, но неважно как. Для того, чтобы нам их жарить, нам особо там внешнего вида нам не нужно. Вот, Кирилл, посмотри вот на это. И вот тебе ответ на те вопросы, которые ты мне задавал. Я думаю, лучше один раз увидеть, чем 7 раз что-то услышать. Желаю тебе всего самого наилучшего и прислушаться к моему совету относительно выращивания. Попробуй-ка все это сделать по нестерильной технологии, вот как я сделал. Ну, а потом будешь уже дорабатывать свой способ, когда будут расти уже у тебя грибы. Ну и потом поделишься уже своим там уникальным ноу-хау, как это все сделал.